Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаю проходить демку Shattered Heaven, Расколотые Небеса. Игрушки шибко похожие на Darkest Dungeon, Vambrace и тому подобное. Походовая боевочка с видом сбоку. Такое это уже не раз видели. Так, главный квест. А я могу куда-то пойти еще? А я никуда пойти не могу. Нормально. Darkforge. Выбрать донжон. Нарака. Нарака у меня только одна. А, вторая нарака, смотрите. То есть я всю нараку могу обойти. Играем. Я уже думал, все, думаю, фига себе. Я решил еще серию записать, а записывать-то не просто. Нормально. Когда был поражен, его гнев был слишком велик, чтобы сдержаться. Не было ни справедливости, ни искупления, только месть. По-моему, это уже было про только месть. Все, аниме заполнено мстёю. Welcome back. Покачу их. Колесо фортуны. Тут что-то более интересное. Это эффекты этажа. Случайность и судьба всегда переплетаются, они никогда не встречаются по-настоящему. Кто из них укажет вам путь? Значит, что у нас тут есть? Искаженная реальность. Шанс найти нормальное событие увеличен на 20%. Базовый шанс найти событие аркана, чтобы это ни было, на 5% и выше. Ясное зрение от ловушки, легче уклоняться. Это хорошо. Мир наказания. Если хотите разблокировать мощные дары в хабе, вам понадобятся темные кости. В хабе это где? Это вот в подземелье, что ли? Вы можете заработать их, сражаясь с врагами, выполняя боевые задачи. Лучший способ собрать их — выбрать слово наказание в начале глубины. Если вам удастся найти, пройти подземелье с активным эффектом, вы получите гораздо больше темных костей. Ну, короче, от черт его знает. А что выбрать? А, я понял. Это больше награда будет. Каждую битву стартовать с одним, ну, на одно меньше активное очко действий. Вмешательство. Каждый персонаж стартует битву с проклятием 2. Каждый раз, когда открываю сундук, теряю 10% здоровья. Всеми причем. Я как бы не уверен, что мне вот это вот так надо, нафиг. Так, что у нас тут? Хатред. Я, кстати, так не посмотрел, что означает хатред. Так, ну это исключительно колдовать. А без разницы, знаете. Эти какие-то такие условно бесполезные. Так. Ой, это я побежал, да. Ловушка. Давай, беру ее сразу. Так. Да блин, куда ты ходишь? Я пытался сначала ваздом, потом стрелками подвинуть картинку. Хрен там плавал. Я не то, не то. Скорбное дело. Отказ порождает отчаяние. Отчаяние вызывает горькие слезы. Плачущая дева сидит на гигантских корнях ивы, ее лицо скрыто тонкими руками. Безысходные вопли охватывают сердце тех, кто проходит мимо, пробуждая любопытство дерзких, тревожных, недоверчивых. Ну, забавно, конечно. Такая дева, блин. Если к ней подойти, получишь либо баф, либо дамаг. Ударить может случиться что-то странное. Дева, да? Странно это дело. Не, нафига бить-то? Дай подойду. Пати потеряла 3 хп, я уже увидел. Дева поднимает голову, его водянистые глаза смотрят сквозь тебя. Увы, вы не можете подойти ближе, потому что ее рот внезапно широко раскрывается, и она спускает леденящий кровь крик, пронзающий ваши уши, прежде чем исчезнуть в воздухе. Я думаю, она исчезнет в воздухе, да. А не крик. Так. А вот так надо смотреть. Ну что, я пошел обследовать все подземелье.
О, опять тетка дерева. Песнь связанных. Одинока дама дерева. Просто послушайте ее песню. О, дорогая свобода, я тоскую по тебе. Одинок узник дуба. Просто прислушайтесь к ее мольбам. А, это я уже читал про отравленные оковы. Да. Проигнорировать. Получить реагенты, либо повреждение. Ну, чисто угад. А, проигнорировать. Пати вылечилась на 10% максимального хп. Неплохо. Ее песня становится все громче и громче. Стихи теперь более похожи на бессвязное бормотание сумасшедшей женщины, чем она сладкую поэзию. Ваша голова кажется тяжелой, густой туман покрывает все вокруг. Очнувшись, вы понимаете, что путь теперь снова незнаком. В смысле незнаком. Я заблудился. По-моему, тоже такую фигню видел. А у меня нет ключа. Ключ надо, кстати, надо было купить. Так, тут чего? Ключ открывает закрытые сокровища. Такое себе. А у меня теперь есть ключ. Прекрасно. Прекрасно. На возвратке взял. Так, хорошо. Тут что? Тут тупик, вот там выход. Поэтому теперь я пойду туда. Знаете, что хорошо? В отличие от Darkest Dungeon, они тут с каждым ходом ничего не теряют. И это меня прям несказанно радует. О, торгаш. Не хочу. Ой, какой-то чувак вниз головой висит, весь обросший. Повешенный человек. Хорошо. Подвешенный, я бы сказал. Ну, хангет, вздернутый. В вертикальном положении, да. А мужчина хотел знать. Даже забравшись так высоко, его решимость ни разу не поколебалась. Ты если не думаешь, что увидишь будущее таким, полусторовый кретин. Неверующий, собравшись под деревом, смеялись над ним с презрением и пренебрежением. Мужчина затянул шланг вокруг лодыжки и спрыгнул вниз. Покачиваясь на метро, он увидел то, что другие не могли. А когда великая волна забрала их всех, он остался один. Шланг. Ну, хоз, да, шланг. Не веревка же. Веревка роуп. Непонятно. Ну, шланг. Ладно, лесон веревка. Так, можно попросить предвидеть будущее, получу баф или лут. А можно попросить силы, можно получить сильный баф или и многоточие. Попрошу силы. О, другое дело. Мне уже этот шар желания нравится. Холодно в сердце, холод это ветер. Доза презрения зажесточает эго и обостряет ум. Две дозы иссушают душу и обостряют злобу. Ты что, наркоторговец, что ли? А, в Dark Forge могу использовать, отлично. Так, ну что, вот такого кругаля, наверное, дам. Ловушка. Даже не знаю. Можно, конечно, обезвредить. Давай обезвредишь, ладно. Пока. Погодите, я нажал обезвредить, получил дамаг? То есть, видимо, обезвредить не всегда помогает. А опять песни связанных. Давайте проигнорируем. Что-то странное случилось. Ее песня становится все мягче и мягче. Теперь ее стихи больше похожи на чириканье голубя, чем на меланхолическую поэзию. Ваше тело чувствует себя странно бодрым, как будто новый источник силы, бьющийся изнутри. Но какой ценой? Так, ну, значит, черновик. Добавьте по одной карте гекс в каждую колоду. Грубо устанавливает 15% своего максимального здоровья. Ну, в общем, неплохую штуку нашу. Ой, елки, опять эта дрянь. Так, это рана. Короче, теряет столько. Короче, карты надо сжечь. Ну, пофиг, тут пофигу, кому они придут, вообще пофигу. Их надо сжечь. Это карты, ну, злобные. Они мешаются. Ну, такое. Так. Достигнуть жажда 3 и шаны. А, ты сразу у тебя такой крит какой-то, да? Молодцом.
Давай еще. А, не могу, что ли? Гонишь. Просто атака. Полечится, лечится, сменит. Пинаем эту Кламорису. Единичка нету. Лечиться мне пока тоже незачем. Ну, в смысле, они биты. Так, бульварк. Отлично. И щитом в рожу. Я бы два раза щитом в рожу, да не могу. Карту добавить. На тех гадостей. Но карту я не хочу добавлять. Достичь жажда 3, конечно, это забавно. Да, достигнем жажда 3, да. Уж добавил, так добавил, молодец. Так. На тебе вот такое. Не добили? Не добили. Но у люлей-то мы все теперь огребем, да, я понял. Так, а что я получаю? То есть, либо надо, ее надо либо сыграть, либо... Так, вот тебе. Баф не надо. По-моему, я избавился от карты. Нормально. Так, у меня еще осталось двоечка. О, давай. Я, по-моему, просто в колоду спрятал. Ничего больше. 5 дамага. Стоп, а почему у нее дамага до сих пор нету? Ладно. Бил как мог. Давай, хатрит. Не, удар ненависти. Вот бы карту как бы спалить, да? Ладно, что делать? Использую. Потом спалю. Ну, просто чтобы вы понимали, я не могу ничего с этой картой сделать. Эта карта вот именно ходит и гадит. Так, что у нас тут? Дебаф убрать не надо. Благословим. Отлично. Тут что? Лечиться, давай, лечись. Поменяли карту? Нет, все. А, и так поменять, да, хорошо, молодец. Все поменял. Я молодец. Так, у тебя чего? Ну, во-первых, бесплатно врага долбану. Щитом по рожу всегда хорошо. Так. Да и сдохни. Ну, что-то у меня ачивок-то мало. Ладно, что-то собрал, ладно. Так, карты. Блин. Я думаю, будет вот так, вот так. Кстати, реролл мог сделать, но не стал. Маленькие черепушки лежат, шуршат. Странно. Воля природы. Теперь будьте бдительны. А воздух наполнился какой-то чужеродной злобной энергией, и все, кажется, жаждет ею питаться. В чем именно заключается коварный трюк? Твои шаги задерживаются дьявольским плющом, цепляющимся за твои ступни и ноги, как будто природа сейчас хочет, чтобы ты был единым с ней. Быстрый осмотр сочных окрестностей показывает, что это буйная трава не единственное, что сейчас кажется слишком оживленным. А, было такое, только там по ноги были опутанно нарисованы. Хотя я могу ошибаться, просто вот этот текст знаком. Поискать выход. Может расплавить карты или вызвать ослабление. Поискать источник. Можно найти лут? Или исследовать тайл? Ну давай поищу источник. Эхо ребенка.
ища причину то беспокойства, вы лихорадочно пытаетесь освободиться от обвивающего вас плюща. Достаточно скоро вы замечаете на земле своеобразную руну, хорошо спрятанную в поднимающей траве. Вы вонзаете свое оружие прямо в нее, находя что-то стоящее. А я это детское эхо могу потом загнать? Потому что, ну, я как бы не вижу смысла простукивать стены, потолки и так далее. Вон. Ох ты какое. Оно безногое или оно просто глубоко в земле сидит? Охрен его знает. Так, мне нужен фаланкс. Мне вообще неплохо полечиться. А это, вот как моя, нейтральная карта или не нейтральная? Ладно. Надеюсь, щитом харю. Уже хорошо. Прикрывай этого. А ты можешь что-то? А, 4 очка ярости, ярости у меня особо нету. Все тогда. Свободен. Ах, он поддержит его. Зараза. Приходится играть. Ну, чтобы убрать его на нет. Давай. Чё-то там туда улетело. Мерзкое. А, я всех хреначу. Ну-ка повторить. Не повторил. Ладно. А здоровочка-то кот наплакал. Подлечимся. Ничего пока, да? Ладно. Так, эльфятина. Бесплатно, поэтому лечусь. Так. О, крит. 20. Я пипец просто. Жгу. Какая-то гадость ей сделалась. Инкуби. Так, ну тебя по минусам. Это что такое? А, вам не удалять нечего. Все, все понятно. Так, ладно. Фигово, у меня здоровый мужик побит сильно. So убрали. А, ну, как бы ценой своего дамага я вот как-то... Да. Добавить карту. Не, давай врагов приносить. Мне это больше нравится. Так. Подлечимся. Давай. Фигню сделал. Колода тут. Погодите, а возвращается карта, что ли? Ладно. Ну чё, эльфятина? Удваивает эффект, понял. В кейтвике решил посмотреть, скажет, да? Делать тебе нефиг. Так, ну давай отвоим. Тут 7, тут. Так. Лечись давай. И меняю карту. Кстати, у колода небольшая, вот этой колоды больше. Так, все, ничего не могу. Ну, у меня дебаф с кого-то снять, но у меня дебаф, похоже, ни на ком нету. Использовать один скилл. Да я не могу скилл использовать, я бы использовал. Ладно, делать нечего. Блин, ни одного скилла нету. Мужик, ты это... А чё так у него слабо-то? Ну я чё-то... Ну ладно, я наверное использую один скилл кем-нибудь. Куда-нибудь. Рейдж...
Ну, у меня 3 поинта только. Вот 4 поинта. Так, единичку стоит, давай. Опа! Что-нибудь у меня рейндж дает? Рейдж. Ничего не дает. Ладно. Прикроем товарища. Вот, ты можешь. А, сменить, а ну когда тут сменю. Completed. Давно бы так. Вот так. Это что такое радужное? 12 дамаг. Да мне 2 надо дамаг всего. Просто мы долбанули. Победили. Так, что тут? Дамажнику. А, ну бесплатно позвать карту. Это хорошо. Это вот этому дам. Ты даст. Будешь с арморой. Огонь. Отдых? А, нет. Хрен там этот, не отдых. Это костер Весты. А, отдых. Все, я правильно понял. Ой, смотрите, 6 у меня этих. Так, так, сжечь карту. Сжечь нахрен. Так, еще сжечь карту. Нет. 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 Есть еще? Нет еще. Сжечь эту погонь. Да, я знаю, что с каждым ходом все, оно все дороже становится. Все, ничего нет. Но я избавился от этих карт мерзких. А вы решили потрандеть, да? Зря вы это решили. Вперед. Я прям хорошо зашел. А, второй раз нельзя. Я думал, что сейчас как-то очков наберу, и будет хорошо. Нет? Так. Достигнуть ярости 5. Ух ты ж, елки. Так, лечилка будет? А, будет. Догонит, еще раз будет. Так, давайте скиллом сразу их долбану. И буду хилиться. Так, зверь внутри. 7 дамага. А, на себя. Зверь внутри, да. Вот он, давай сменю как-то. Вот все. Так, это у меня... Я все равно эту девку зову эльфом, потому что она больше похожа на эльфа, чем на девку. Так, бафаемся. Деремся. Скилл. У меня дебафов нет. Вот так сразу? Ну ладно. Фаланкс на девочку. Берсерк. Пурч. О, реально берсерк. А у него еще 3 брони осталось, я еще не всю броню этой заразе пробил. Вот так вот. Лечиться рано. Forward. Не, ну колдунью-то я прикрыл, конечно. Так, что у тебя есть? Ты можешь полечиться. А это что за... 5 бронить не надо. Лечись. И давайте зверствовать. Так, ну блидинг у нее уже и так есть. А, вот новая фигня. Броня. Вот хороший. Хороший удар, мне понравилось. Так, 100 на все. Карту создать, спасибо, не надо. Фаланкс. Давай потрачу на фаланкс. А, ну да.
Что хочешь, то и делай, да? На всех союзников. 5 дамага всем. А, мне надо было 5 ярости достичь. Ну, я не достиг. Жрать нечего. Так, давай, девчонку устрой ей. Мне подлечиться. Подлечиться-то и нечем. Давай вот этим. Бафнусь. А мог убить, кстати. Ну да ладно. Если бы я не упоролся в броню, я мог бы эту первую тварь добить. Ну то я сейчас все-таки броней прикрылся немножко. А что, оно не сдохло? Блин, жалко. Эй, а не надо много так ходить? Есть до максимума? Снимать 5 дамага всем. Нет, мне полечиться. Блин, вот жопа-то. 5 дамага всем и снять баф. Вот забавно, конечно. Сбросить 2 карты. Да ты задрало. Но проклинать, конечно, можно. Добивай. Так, все, все. Вот это могу. Давай, ладно. Немножко фильм, конечно, спорол. Достичь жажды. Давай, ладно. Почему я вот этот себе беру, я не понимаю. Почему мне приходит срань какая-то? Непонятно. Готово бесполезно. Но я ее убрал, я ее... Я не хочу больше что-то поменять. А какой-то фига тебе меня вызывает. Так, поменять одну карту. Самое бесполезное. Ну вот это вот, допустим. Так, поперли. А, лечиться. Я сейчас вылечусь. А, я не могу две одинаково что-то заюзать. Че, набежал-то? Отлично. У меня еще ничка есть. Я потом тебя репостом добью, собака такая. Все. Да, репост типа не на тебя, что ли? Ух ты какой. Ярость у него прям, ух. Давай на всех фалангу. Всем брони. Ну, в общем-то, я всю ярость потратил. Нормально. Лечилки у тебя нет. Лечиться тут есть что-нибудь? Вот полечиться смогу. Все, все, приехал. Здоровья вообще нет. Ну, я броню прикрылся. А я могу кого-нибудь своего полечить, а? Так. 8,5. Ох ты какое, ну-ка лови. Вот это я разогнал. Там как, не знаю, жажда, не жажда, но я этот удар прям разогнал.
Так, ладно. Ну, дамаг. Поменять карты. Тебе вот это останется. Ну, по трёпам прям хорошо. Сделать предложение. А, так это же просто костер, это не это и не Весты. Еще не теплающий хочет кожу. Колышающийся пламя сбросило с тебя бремя. Пусть ваши путешествия всегда будут благословены милостью костра. Вы можете удалить карту из колоды по вашему выбору. Одну? На всех? Так, девка, по-моему, себе добыла счастье. Пардонте, не добыла. Не добыла? А почему? А вот это интересно. А можно ничего не буду удалять? Сменить две карты бесплатно. Да, у меня нет хреновых карт, поэтому как-то мне эта штука не помогла. Ой, мотылек какой. Так, что по времени? 30 минут. Ну, как раз у меня будет по данжу на серию. Нормально. Причувствие предназнаменования. По лугам таким великолепным она летает, нежная дочь воздуха. Я никогда не думал, что такое чудесное существо вообще может существовать. Не отводи свой благоговейный взгляд, слишком рано, наслаждайся ее достоинством еще некоторое время. Взгляните на нее с чудесным недоумением, когда ее усталое тело покоится в стволе сочного вяза. Успокойте дрожь своих рук перед этим предзнаменованием неопределенной судьбы, нарисованным на ее крыльях. Черепушка, смотрите, два глаза, а вот зубки, а вот нос. Мертвая голова. Так, прихлопнуть, получить баф, но... Продолжать путь. Ничего не случится. А прихлопну. Ну, уже видно, что с благословением. Лезвие быстро поражает. Я же прихлопнул, а не лезвием. Лезвие быстро поражает хрупкое существо. Его щуплое тело рассыпается. Дыхание снова становится ровным, а ваш крутится, освобождается от невидимой проклятой тяжести. Вот так вот. Но я выхожу на выход. Открыть. Сигурд пришел. Сигурд, ты мне не нужен. Я готов читать то, что в данжах пишут, но не то, что ты говоришь. Погодите, а что, в следующую пришел, что ли? Каждый в пати получает урон на 2 хп на старте каждого раунда. Запашли вы нафиг. Дамаг, рандом карт. Блин, мне что-то надо с лечением вот этому мужику. Ну давай, это тебе. Это тебе. Вот так, поехали. А, Нарака 2-2. То есть мне тут еще одна карта грозит. Ага. Большой круг, вот тут аппендикс, и вот там аппендикс. Ну понятно, я, наверное, вот так пойду по этим по всем и вернусь, и вот туда зайду. А, мне кажется, это будет очень хорошо. Но это будет не в этой серии. Слушайте, а игрушка-то ничего. Вот, единственное, задолбует вот их диалоги, вот эти многочисленные, ну, которые на отдельном экране происходят, когда-то вот тут внизу пишется. Просто вымораживают. А так, в принципе, ничего. Ладно, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.